Что вы больше всего любите в Киеве? Ну, я коренная киевлянка и люблю все. Хотели бы вы иметь двойника? Нет. Эклер или бургер? Бургер, два. Какую страну вы мечтаете посетить? Исландию. С кем бы вы хотели выпить кофе? С Фредди Меркьюри. Отдых у моря или в горах? У моря. Почему? Горы — это высоко, а море — это тепленько. Когда вы сделали свою первую татуировку? В 21. Не жалеете? Нет. Кто был вашим кумиром в детстве? Фредди Меркьюри. Каким был самый запоминающийся подарок, который вам дарили? Велосипед. Велосипед. Какое еще животное вы бы хотели иметь в доме? Собаку, но у меня их уже две, поэтому, наверное, нужно hold your horses. Ваше коронное блюдо? Курица. На что у вас никогда не хватает времени? Мне на все хватает времени. Фриланс или работа в офисе? Уже фриланс. В чем вы пошли на выпускной? В черном платье, в нижелобском. Какой суперсилой вы бы хотели обладать? Перемещаться в пространстве. Что вы всегда берете в дорогу? Деньги. Фильм, который каждый раз заставляет вас плакать? По сути, каждый фильм. Я все время плачу еще на начальных титрах. Если бы вы были певицей, какой псевдоним бы себе выбрали? Анастейша. Лучший совет, который вам давали в жизни? Не дрейф. Какая книга сильнее всего на вас повлияла? «О дивный новый мир». Последнее фото, которое вы сделали на свой айфон? В этом свитере.